Ну и всем привет, и я делаю обзор игры Bladeborne. Ну что ж, перед нами неплохой экшен-РПГ в духе той же Диаболы, но все же больше он похож на пятый Dungeons Hunter. Такая же система стихий, тот же синтез, ну короче, чуть ли не полностью скопированный по геймплею. Ну что ж, у меня тут есть монетки, сейчас в лотерею сыграем. Здесь, сразу же скажу, донат не такой сильный. Но, блин, как же меня достал постоянный интернет в играх. Вы что ли без него обойтись не можете, а? Так, ну ладно. Ясно. Понятно. Так, еще одно задание. Какое у нас задание? Собираем. Отлично, вот мой персонаж. Так, так, так. Я тут вчера ему выбил, кажется, неплохой там это. Вот. Как это штука называется? Ну, короче, какая штуковина, благодаря которой можно использовать скиллы. Там скилл какой-то. Небесный разлом. Вот как он называется. Пятизвездочный легендарный. Ну да ладно. Кажется, меньше слов, больше дела. Прям вам геймплей. Понятненько. Блин, ее реально с Dungeons Hunter опять скопировали. Правда, она все же лучше оптимизирована. Тут сразу же говорят, что нужен вот 2 гига оперативы и Android хотя бы минимум 4.2.2. Она может сейчас меня подтормаживает, но потому что я еще записываю видео. А так она у меня идет стабильная. И все же хотелось бы вот такую графику, вот примерно такой же геймплей, но в более открытом мире. Не там в нескольких минутах миссиях, а чтобы можно было по локациям бегать. Большим. Так, ну ладно, я, конечно, был готов к посадке в FPS. Ну, пока что нормально. Играть можно, кажется, за PC. Графоник, как вы видите, на уровне. Ничем тому же Dungeons Hunter не уступает. Управление, конечно же, удобное. Короче, если вы любите экшен-РПГ, то эта игра вам подойдет. Так. А, там помощница. Так, окей. Так, что там нам выпало? Однозвездочный меч. Ну ладно, сойдет. Для компании сойдет.
Кстати, в игре еще довольно красивый CGI ролик в начале, когда игра загружается. Так. Так, кстати говоря, тут почему-то игровой магазин не работает. Там грузится, но не загружает его. Не знаю, это у них, может, там на сервере какая-то проблема. Итак, ну еще одну миссию, кажется, выполним. Сюжет в таких играх, конечно же, дело уже второе. Первое, это, конечно же, вынос всяких чертей и демонов. Вот сейчас, если вот смотреть, то графика мне больше напоминает все-таки Torchlight. Потому что она такая более мультяшная, более яркая такая. Но хотелось бы еще Torchlight на Android. Не вот то, что там вышло китайское вот. Что он даже у нас в России недоступно, а просто порт первый Torchlight. А, у меня же оружие это. Одинаковые стихии, что и враги. Вот урон, им нравится обычный, это, урон, обычный. Точнее, по-моему, даже наполовину урона им только наносится. Ну, короче, у меня только одна большая претензия к этой игре. Почему, собственно, интернет нужен? Я понимаю, вы там все помешаны на защите от взломов, но, блин, это неудобно. Все же есть такие люди, как я, у которых нет ни 3G, ни 4G, а просто играю с Wi-Fi. Так, понятненько. Нужно дальше, кажется, все синтезировать, лишнее продавать. Ну да ладно, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!